Отлично. А, смотрите, у нас сегодня второе занятие. Мы продолжаем изучать пока базовые возможности питона. А, как вам домашняя работа? Все ли уже ее сделали? Так, смотрите, значит, у нас дедлайн воскресенье к этой домашней работе. А, я прошу сделать эту работу действительно к воскресенью. Значит, теоретически, конечно, у нас факультатив, поэтому можно делать, можно не делать, но лучше сделать, если вы хотите получить оценку. А, ну и ко всему прочему, если вы хотите чему-то научиться, то точно нужно сделать. А, есть ли какие-нибудь глобальные вопросы, про которые вы думаете, что их нужно обсудить вот прям глобально по поводу домашки? Как метод реверс работает? А, метод реверс работает так, что когда вы его применяете к списку, он его, так сказать, переворачивает. Никакого аргумента. Смотрите, значит, это на самом деле хороший вопрос, да, спасибо, что вы его задали. Давайте я действительно покажу про метод reverse. Смотрите, вот допустим, я создал какой-нибудь список. Так, скажите, так нормально шрифт или нужно побольше сделать? Так, побольше. Я слышу голоса побольше. Давайте я попробую это сделать. Вот такой нормальный или слишком маленький? Такой же. А такой? Такой нормальный. Хорошо. А, смотрите, допустим, у меня есть какой-нибудь список, вот такой вот, и я на этот список действую методом reverse. А, для того, чтобы... Вот если я сделаю просто вот так, то ничего не произойдет. Потому что сейчас я как бы упомянул некоторую функцию, но при этом я ее не вызвал. Для того, чтобы функцию вызвать, после функции надо поставить скобки, в которых передаются аргументы. А функция reverse никаких аргументов не принимает. Но это не означает, что скобки можно не писать. Скобки все равно нужны, пусть и пустые. А написать скобки – это единственный способ, как можно сказать питону, что вы хотите эту функцию вызвать. Соответственно, когда я эту функцию вызываю, то у меня ничего как будто бы не происходит, по крайней мере, ничего не возвращается. У этого метода нет никакого возвращаемого значения. Но, тем не менее, если мы теперь посмотрим список MyList, то мы увидим, что он таки да, реверснулся. Вот. Если я, например, выполню эту же ячейку еще раз, то он пройдет, вернется в свое исходное состояние. Так. Так, еще вопросы? Можно вопрос? Да, давайте. 15 баллов – это на полный балл за домашнюю? Да, да. Там, значит, у домашки указано некоторое максимальное число баллов, которые за нее важно, как бы, которые за нее будут зачислены. То есть, если там написано, что 19 баллов максимально, то это и есть полный балл. Больше набрать вы не можете, хотя задачи больше. Если тест не работает частично, это какой полбалл дает за домашку, за экономию? Но как бы я ориентируюсь на то, что проверяющая система. Если проверяющая система вам не начисляет полбалла, значит нет. Как бы, в целом я тут достаточно, немножко поддерживаюсь таких радикальных позиций. Я считаю, что если эта программа не проходит тест, то я ее не принимаю, не засчитываю. То есть вы не можете меня попросить, но вот посмотрите на мой код, там же все вроде правильно, но вот я там запятой ошибся, и поэтому тест не принимается. Ну, как бы я считаю, что программирование это такая немножко безжалостная история, потому что если вы пытаетесь человека убедить в том, что вы задачу решили правильно, то вы, может быть, вам удастся. Но если вы пытаетесь убедить в этом компьютер, и проблема в том, что как бы, ну, она действительно так устроена. Если вы написали программу, которая не работает, то толку от нее нет. Поэтому я в этом отношении достаточно суров. Да. То есть, если программа пишет, что все правильно, то сразу за эту задачу максимум ставится? Да. Там теоретически могут быть так тесты устроены, что там может быть несколько тестовых ячеек, каждый из которых начисляет свое количество баллов. Но кажется, такого не было в этой домашке. Можно вопрос? Да. Попробуйте на тупого пользователя делать не надо, да? Нет, не надо. Там всегда, когда сказано, что, допустим, там
вход является целым числом, значит вы можете верить в то, что вход действительно является целым числом. Вам не нужно писать 15 проверок. Если это явно не написано в условии задачи, что нужно писать, то нет, вы можете верить в том, что написано в условии. Так, окей. Ну что, еще вопросы? Да. Да, давайте. Смотрите, мы когда пишем программу, и у нас используется функция input, да? Да. Она постоянно выводит, да, что он их прописывает каждый раз, когда мы запускаем программу. Да. Вот, ну, например, потом вот эта вот программа, которая проверяет, говорит, что в output должен быть только результат нашей программы. Но это не так просто потому, что input еще... Нет, оно не это смотрит. Оно перехватывает только принты. Поэтому оно не перехватывает то, что делает input. Поэтому если вам программа говорит, что у вас слишком много, если тестирующая штука говорит, что у вас слишком много строчек, то тогда проверить, что у вас нет какого-нибудь лишнего клиента, или нет лишней пустой строки, или еще чем-то в этом роде. Еще один безжалостный момент этой штуки, что если вам сказано вывести число, то это означает, что вам нужно вывести число. Если вы выведете строчку типа «Мое число такое-то», то вот это не засчитается. То есть, ну, просто проверочная система, она тупо смотрит, вот output такой, какой у нее записан, или другой. Если он другой, хотя бы хоть в чем-то, то она не засчитает вам ничего. Поэтому там нужно буквально вот то, как написано в условии, то, как написано там в примерах, там чаще всего в условиях есть какие-то примеры, вот нужно буквально так и писать свой код, чтобы он делал буквально эти вещи. Ваша тестирующая система на сайте отличается от... Нет, не отличается, она прогоняет просто весь ноутбук сначала до конца. Не отличается. Там нет никаких скрытых тестов, по крайней мере, пока. Так, ну что, все с вопросами, да? Да. Окей, поехали. Поехали тогда дальше. Смотрите, за прошлое занятие мы прошли материал примерно трех занятий моих обычных курсов. И мой план состоит в том, чтобы продолжать примерно в том же темпе. Поэтому сегодня мы будем тоже идти в довольно шустром темпе. Давайте сразу поговорим о чем-нибудь веселом. Вот смотрите, мы говорили сейчас про списки. Есть еще одна структура данных, которая называется кортеж. Кортеж – это то же самое, что список, по-английски называется tuple. Это то же самое, что список, только неизменяемая штука. Ну вот смотрите, я, допустим, сделал сейчас такой кортеж, который состоит из чисел. В отличие от списков, кортеж создается с помощью круглых скобок, а не квадратных. И давайте посмотрим на этот самый кортеж, что можно здесь сделать. Ну вот как вы думаете, что я сейчас получу? Значит, третий элемент, то есть десятку, да. Все правильно. Что интересно, я могу себе освободить немножко места за счет скрина? Могу, но не сильно. Давайте теперь я попробую сделать вот такую вещь. MyTuple от 2 равняется 100. Как вы думаете, что я сейчас получу? Я получу ошибку, потому что кортежи, в отличие от списков, никак не изменяются. Кортеж – это неизменяемый тип данных. Вы не можете менять элементы, которые в нем находятся, вы не можете добавлять элементы. Здесь нет метода append. Вообще никакого. У них какие-то аргументы? У кого? Методы у кортежа, конечно, есть. Можно посмотреть на список методов кортежа, но их немного. Вот эту штуку я просто поставил точку и нажал tab. Count и индекс, в общем-то, не густо. Count пересчитывает, сколько вхождений данного элемента в этот кортеж. Индекс выдает индекс первого вхождения. Например, вот у меня был кортеж, в котором были числа 3, 6, 10, 3. Я могу посмотреть индекс, скажем, 6, и это число 1. Помните, пожалуйста, один этот выводить справку. Значит, смотрите, справку выводить так. Значит, есть два способа, есть две штуки, которые можно делать. Во-первых, можно выводить список методов данного объекта. Это делается так. Вы нажимаете имя объекта, нажимаете точку, потом жмете tab, и вот он вам список. После того, как вы... Если вы теперь работаете с какой-то функцией, то вы можете вызвать справку по этой функции,
вот в таком состоянии, нажав Shift-Tab или Shift-Tab два раза. Но в данном случае справка очень короткая, потому что метод простой. Но в целом Shift-Tab два раза, это обычно он выдает такую справочку, которая вот содержит то, что нужно. Вот. Вообще табуляция — это дико полезная кнопка в этой среде, потому что, например, я мог бы... вот я, допустим, забыл, как точно у меня набирается этот самый MyTuple, но я помню, что начинается с My чего-то там. И я могу вот нажать My чего-то там, нажать табуляцию, и дальше мне, опять же, выдадут список существующих в данный момент объектов, которые под это подпадают. Да. Что обозначает что? Индекс. Индекс — это метод индекс, он возвращает индекс того элемента, который здесь написан. Но вот в данном случае у меня MyTuple 3, 6, 10, 3. Я спрашиваю, какой индекс шестерки? Единица. Если бы я просто спросил, какой индекс десятки, было бы 2. А если повторяются числа, то он будет? Первый. У него, кажется, есть второй параметр, который позволяет начинать не сначала. И даже есть третий параметр, который позволяет считать не до конца. Кстати, а как вы вот это получили? То же самое. Я нажал точка индекс, потом нажал Shift-Tab-Tab. Извините, да? Можете рабочую строчку чуть выше? Рабочую строчку чуть выше, да, сейчас попробую. Давайте я просто вернусь из полноэкранного режима в обычный. И... Вот если я здесь буду писать, нормально видно? Нет, наоборот, чтобы выше было. Сейчас. Ну вот я пытаюсь найти самое нижнее состояние, когда нормально. Вот так нормально? Вот так. Так нормально, да. Вот так нормально. А ниже уже не видно. Так, слушайте, у нас рабочее пространство эфирически сокращается. Ну хорошо. Так. Вот, давайте мы. Так. Окей. Давайте. Итак, смотрите, значит, бывает такая структура данных, которая как список, только не список, потому что не изменяем. На первый взгляд возникает вопрос, а зачем? Зачем может понадобиться структура данных, которая отличается от списка только тем, что ее менять нельзя? Но я сейчас не хотел бы подробно в этот вопрос вдаваться, скажу так, что иногда полезно. Но зачем я сейчас это рассказываю? Потому что в некоторых ситуациях в питоне просто естественным образом эти таплы появляются, и нужно быть к этому готовым. Например, что делать, если вы получили тапл, но хотите работать с этим таплом как со списком? Вы можете переконвертировать tuple в список с помощью list. Вот так. Он создаст список. Значит, с tuple он ничего не сделает, он оставит его в покое. Но он создаст новый объект, список, который по своему содержимому совпадает с этим самым tuple. Допустим, я могу завести переменную list from tuple. И сделать вот таким вот образом. Теперь у этой штуки я уже могу менять элементы. Вот у меня теперь этот лист from tuple изменился. Исходный tuple, конечно, не поменялся. Ничего не случилось. Вот. Давайте немножко посмотрим повнимательнее на списки, вообще на вот этот феномен изменяемости. Давайте посмотрим вот на что. Допустим, я завел какой-нибудь список. Допустим, 0, 10, 20. И я завел другой список. Допустим, я хочу сказать, что у меня есть какой-то другой список other list, который я создаю таким вот образом. Вот так. Ну, теперь, если я посмотрю в other list, понятно, что там будет. То же самое, что в my list. Так, а что вы сделали еще раз? Пока что вот ровно то, что на экране.
Теперь давайте я сделаю какую-нибудь такую штуку. Вопрос. Как вы думаете, что у меня сейчас лежит в списке моей листы? То же самое. 100, 10, 20. 0, 10, 20. Значит, сейчас я думаю, что примерно половина аудитории сказала «ага», а вторая половина аудитории не понимает, почему такое может быть. Я не знаю, сталкивались ли вы с таким поведением раньше. Не сталкивались. Кто пока кто-то не сталкивался. Смотрите, давайте я сейчас покажу, как работает этот фрагмент кода в Python Tutor. Я хочу запустить визуализатор. И давайте посмотрим, как все это устроено. Значит, вот тот же самый код. И давайте я сейчас запущу визуализатор. Смотрите, значит, pythontutor.com, если кто-то его еще не использовал, всячески рекомендую, он позволяет пошагово выполнять питоновский код и, главное, отображать текущее состояние. Вот, какие существуют объекты, какие есть переменные и так далее. Давайте посмотрим, как этот код работает. Вот я сделал список моей листы. Смотрите, значит, в питоне есть как бы два мира. Есть мир имен, мир переменных. И есть мир объектов. И вот когда мы сейчас сделали такую штуку, сказали, что моя лист равняется вот такому списку, произошло на самом деле две вещи. Первая вещь. Создался список в пространстве объектов. Вот он, 0, 10, 20. Вторая вещь. Сработал оператор присваивания, который сказал, что теперь переменная myList будет указывать на этот объект. Как вы думаете, что произошло на второй строчке? Появилась новая переменная, которая является ссылкой на тот же самый объект. Оператор присваивания, он не копирует данные, он создает новую ссылку на уже существующий объект. Поэтому теперь как бы у нас один и тот же список имеет просто два разных имени. И поэтому, когда мы модифицируем один из этих списков, конечно, и второй тоже автоматически модифицируется, просто потому что нет никакого второго списка. Вот. И это, на самом деле, такое довольно хитрое поведение. Это одна из, на мой вкус, вот по моему опыту преподавания питона, это одна из наиболее неочевидных, один из довольно неочевидных моментов в питоне, который делает его освоение по первому времени достаточно непростым. Ну как непростым? Вроде вам кажется, что все понятно, но в какой-то момент программа начинает вести себя очень странно, и вы не понимаете почему. А все потому, что вот вы натолкнулись на вот этот эффект. А если вот мы делаем, например, x равно 5, y равно x, y равно y плюс 1, он выдаст y равно 6. Правильно, давайте посмотрим на то, что вы сказали. Вот у вас x равняется 5. Y равняется что-то, Y равняется X, а дальше что вы говорите? Y равно Y плюс 1, вот так вы хотите. Но X не изменится. X не изменится, все правильно. Давайте посмотрим, почему. Значит, давайте посмотрим внимательно на этот код. Здесь сказано, сначала мы создаем пятерку и присваиваем его переменный X. Потом мы говорим, что Y тоже будет указывать на пятерку. Ну вот, на самом деле, здесь не совсем правда нарисовано. На самом деле, это может быть одна и та же пятерка, но это не важно совершенно. Давайте посмотрим внимательно вот на эту третью строчку. В этой третьей строчке происходит следующее. Мы сначала вычисляем правую часть, это y плюс 1, это новый объект, шестерка. После этого мы говорим, что теперь y будет указывать на эту самую шестерку. При этом, видите, у нас здесь используется, опять же, приравнивание, которое говорит, что теперь y будет указывать не на то, на что он раньше указывал, а на что-то другое. И это приравнивание как бы именно к переменной, не к элементу списка, а именно к переменной. Поэтому эта штука меняет значение переменной y, но не меняет значение переменной x. Как бороться с этой штукой? Да, отличный вопрос. Давайте я верну сюда код, который здесь был.
Смотрите, есть разные способы бороться с этой штукой. Я сейчас расскажу про самый правильный. Самый правильный вот такой. Есть метод копи, который создает копию текущего списка. Смотрите, значит, первая строчка отработала так же, как и раньше, она такая же, как и раньше. А теперь во второй строчке у нас написано other list не просто равняется myList, а равняется myList.copy. Вот эта самая myList.copy создает копию списка myList. Она создает новый объект, который является копией списка myList. И теперь other list это уже ссылка на совсем другой список. И теперь модификация other list не приведет к модификации myList. Есть разные другие способы создавать копию, но я считаю, что это самый правильный, и за недостатком времени сейчас не буду рассказывать про другие. Ну хорошо, расскажу про один. Вот такой. Просто вы часто можете увидеть его в чужом коде, и он тоже работает. Значит, здесь, смотрите, что здесь написано. Здесь написан такой пустой срез. Помните, что... двоеточие внутри квадратных скобок создает срез. Оно позволяет из списка выбрать элементы типа с 2 по 10. Но если мы не указываем начало этого среза, тогда начало считается началом списка. Если мы не указываем конец, то конец считается концом списка. Если мы не указываем ни начало, ни конец, значит это просто копия этого же самого исходного списка. Такой синтаксис достаточно популярен. Вы его можете увидеть в чужом коде очень легко. Особенно, если код был написан, скажем, там, 2 года назад. Потому что 2 года назад у списков в Python не было метода копии. Но я его не люблю по разным причинам. Вот. Но, по крайней мере, он существует. Хорошо. Вот одна из, так сказать, один из тонких моментов, связанных с изменяемыми объектами. Давайте... Хорошо, давайте пока со всякими изменяемостями всякие изменяемости отложим. Давайте еще поговорим про разные другие структуры данных. Нет, давайте поговорим не про структуры данных, давайте поговорим вот про что. Давайте поговорим про функции. Смотрите, вот допустим, что у нас есть такая задача, мы хотим научиться считать факториалы чисел. Я не помню, по-моему, в домашке нет такой задачи считать факториалы. Нет, хорошо, тогда я могу ее... тогда я могу ее, так сказать, без сомнений вам ее рассказать, как она решается. Значит, задача, я хочу написать какой-то код, который мне будет считать факториал числа. Допустим, вот у меня есть число n равняется 5, и дальше я хочу посчитать n факториал. Все помнят, что такое факториал? Да. Отлично, это произведение всех целых чисел от 1 до n. 1 умножить на 2 умножить на 3 и так далее. Да. Хорошо. Ну давайте я быстренько напишу, как бы нам посчитать факториал. Можно сделать такую вещь. Можно начать с единицы, а дальше... Ну-ка, продиктуйте мне, что дальше. Вы хотите n. Хорошо, n так n. Вам же хуже. Ну, то есть не хуже, но... Так, хорошо, тогда что дальше? Вот я про это и говорю. Хорошо, от единицы дали. Тогда вам совсем... Вот это вот другое дело. Вот тут другой разговор. От единицы до n плюс 1, потому что правая граница всегда не включается. Если мы хотим произведение чисел от 1 до n, значит нужно прямо написать плюс единичку здесь. Иначе не включится. F равно f умножить на... Да. Отлично. Давайте посмотрим, что получается. Print f. Ну вот видно, что да, 120. 5 факториалов, действительно 120, наш код вроде бы работает правильно. Но представьте себе, что нам время от времени нужно считать факториалы, так вот, по ходу программы, время от времени нужно проводить эту операцию. Ну, конечно, теоретически здесь, в общем, 3 строчки. Можно было просто каждый раз эти 3 строчки копировать в нужное место программы. Но это очень плохое решение. Если вам приходится копировать строчки кода, то это, скорее всего, означает, что вы делаете чего-то не то. Одна из причин состоит в том, что всякий код со временем меняется. И если вы скопируете эти 3 строчки в 5 мест в вашей программе, а потом захотите поменять их, улучшить как-нибудь, оптимизировать, исправить ошибку, еще что-нибудь сделать, просто поменять, потому что поменялась задача,
то вам придется искать все эти 5 мест и менять в этих 5 местах. В 3 местах вы поменяете, в 2 забудете. А в тех 3 местах, которые вы поменяли, вы в 2 местах поменяете неправильно. Ну, у меня всегда так происходит. Поэтому программисты очень не любят копировать код. Я не знаю, даже когда мне приходится скопировать одну строчку, я чувствую себя неуютно. Если мне нужно скопировать 2 строчки, я уже хватаюсь за голову и думаю, боже мой, что я делаю. Для того, чтобы не копировать код, но иметь возможность к нему обращаться, запускать один и тот же код из разных мест программы, используются функции. Я думаю, что вы знакомы с понятием функции, так или иначе, где-нибудь вы с этим уже сталкивались. В домашке вы сталкивались с функциями, да, но я от вас тщательно скрывал, что это функция, нигде не говорил, напишите функцию, а просто говорил, что вот вставьте ваш код туда-то и туда-то. Ну, на самом деле, конечно, да, на самом деле у вас определялась функция, но вы этого могли и не знать. Давайте мы сделаем вот из этого нашего кода, давайте мы сделаем функцию. Factorial. Значит, эта функция будет принимать на вход число n. И дальше нам фактически нужно сделать вот то же самое, что здесь. Опять же, как и всегда в питоне, блок, который относится к этой функции, должен идти с отступом. А само по себе определение функции, вот в первой строчке, оно должно заканчиваться двоеточием. Дальше, вот мы сделали этот наш код, который нам посчитает факториал. Теперь нам нужно как-то сделать так, чтобы тот код, который эту функцию вызывает, этот факториал бы получил. Для этого нужно написать return n. И мы получим... Какой n потерял? Так n сдается. Нет, n я не потерял. N прекрасным образом здесь не должен был быть. Вот этот n равняется 5 не должен был быть. Потому что здесь мы считали факториал конкретного числа, вот этого пятерки. А сейчас мы пишем универсальную функцию, которая n принимает на вход. Давайте я сначала покажу, как это работает. А что return f делает это значение? Сейчас я покажу. Вот смотрите. Допустим, я написал что-нибудь в таком роде. Print factorial 4, например. И выполнил эту строчку. Значит, что произошло? Когда Python стал выполнять вот эту строчку, он знает, что ему нужно сейчас вызвать функцию print и передать ей, этой функции print, вот это. Что такое вот это? Это, он видит, что это название функции factorial, а дальше после нее скобки. В этом случае, когда Python видит такую конструкцию, он понимает, что ему нужно вызвать ту функцию, название которой здесь написано, и передать этой функции в качестве аргумента то, что написано в скобках. В данном случае в скобках написано 4. И происходит следующее. Питон переходит вот сюда. Но прежде чем начать выполнять первую строчку функции, он выполняет как бы строчку, которая выглядит так. N, вот это N, которое у нас здесь написано, равняется 4, вот этой 4. После этого он выполняет вот эти строчки. До того момента, либо как функция закончится, либо до того момента, как он встретит return. В тот момент, когда он встречает return, он прекращает выполнение функции и возвращается вот сюда. Но теперь вместо вот этого вызова функции подставляется то, что вот здесь заретонилось. В данном случае у нас, вот после того, как весь этот код будет выполнен, мы дойдем до return, в переменной f будет лежать как раз факториал n. Поэтому вот эта штука заменится на факториал, в данном случае 4. После этого эта штука будет распечатана с помощью принта. Да. Почему у нас одна из границ рейнджа n плюс 1 имеет? Потому что мы хотим считать произведение чисел от 1 до n. А рейндж это такая штука, которая свою левую границу всегда включает, если она указана, а правую границу всегда не включает. Можно ли сделать для двух переменных функций? Да, конечно. Давайте сделаем какую-нибудь функцию для двух переменных. Давайте сделаем вот такую незамысловатую функцию, функцию, которая называется плюс. Она будет очень короткой. Она будет вот такой. И теперь можно, например, вычислять какие-нибудь такие странные выражения. Плюс 3,7, я не знаю, умножить на плюс 2,4. Что получится? 60.
60 получится. Заметьте, что, опять же, как эта штука работает. Вот, она встретила, питон встретил вот такое выражение. Ему нужно вычислить значение этого выражения. Как она вычисляет? Он видит, ага, здесь есть звездочка. Звездочка что-то умножает на что-то. Но для того, чтобы выполнить эту звездочку, нужно понять, что на что умножать. Для того, чтобы выполнить эту звездочку, нужно сначала вычислить значение вот такого выражения. Чтобы вычислить значение такого выражения, он видит, что это выпуск, он видит, что это запуск функции. Он переходит сюда, вычисляет, значит, делает то, что здесь написано. Здесь написано return что-то там. Для того, чтобы вот это что-то там заретонить, его нужно сначала вычислить. Он вычисляет x плюс y. При этом к этому моменту у нас в x лежит вот эта тройка, а в y лежит вот эта семерка. Он вычисляет эту сумму, 3 плюс 7, и делает здесь return 10. Значит, вот эта штука превращается в 10. После этого вычисляется значение вот этого выражения. Опять же, тем же самым методом. Эта штука превращается в 6. После этого он 10 умножает на 6. Окей? Но это не переменная. Кто не переменная? Плюс 3,7. Плюс 3,7? Нет, это не переменная, это выражение. Это не... Можно дать x равно плюс 3,7? Да, это можно, конечно, сделать. Да, разумеется. X равно плюс 3,7, да. А если сделаем, то там x плюс 7? Пожалуйста. Да? Можно функцию передавать. Функции передавать функцию? Сейчас, еще раз. Самой функции? Да, можно. Можно делать вложенные функции, да. Хорошо. Да. А вы не напомните, как импортировать функцию? Ну, как импортировать? Да, вот смотрите, если бы я не хотел бы писать свой факториал, на самом деле, естественно, факториал уже написан. Я мог бы сделать, например, from import factorial, и после этого я мог бы пользоваться вот этим факториалом, который импортирован из библиотеки MAT. На самом деле, конечно, писать функцию факториал можно только с образовательными целями, ни в какой реальной работе вам не нужно писать функцию факториал, потому что она уже кем-то написана. У вас же сейчас две функции с одинаковым названием. Ну, на самом деле, он помнит только последнюю. Мой факториал у меня уже был больше забыл. Но зато встроенный работает. Можно заодно еще раз поразиться тому, как питон хорошо работает с большими числами. Как быстро? Ну, быстро не быстро. Можно было бы побыстрее, но все равно приятно. Вот. Хорошо. Давайте обсудим вот какой важный момент, смотрите. Давайте вернемся к нашей функции факториал, давайте я еще раз скопирую. Вот смотрите, давайте я сейчас сделаю вот такую штуку. Как вы думаете, что сейчас будет? Два из 100 выведется. Смотрите, несмотря на то, что у нас внутри функции используется переменная f, эта переменная никоим образом не поменяла нам значение вот этой переменной f. Потому что вот эта переменная f, она принята внутри функции, и это локальная переменная. В питоне нет необходимости объявлять как переменную как локальную, она автоматически объявляется как локальная. Вот. Это очень полезное свойство, потому что если бы этого не было, то программирование было бы еще более хаотическим, чем оно является. Потому что представьте себе, что вы запускаете какую-то функцию, которую, может быть, даже не вы написали, и эта функция внезапно начинает менять содержимое переменных в вашей программе просто потому, что в этой функции какие-то внутренние переменные названы точно так же, как ваши. Это было бы абсолютно безумие. Поэтому, к счастью, люди довольно давно придумали локальные переменные. Понятно ли утверждение про локальные переменные? Собственно говоря, если я сейчас запущу этот код, опять же, под моим любимым Python-тьютором,
то мы можем увидеть, как он работает. Смотрите, значит, вот когда я создал вот эту переменную f, присвоил значение 100, создалась переменная f в глобальном фрейме, как бы глобальная область видимости. Но когда я создал вот эту функцию... Можешь немного вправо сделать? Так. Значит, вот у меня создалась функция. И теперь, когда я ее начал выполнять, эту функцию, у меня создалась переменная сначала n, а потом и f, которые находятся внутри фрейма, который относится к вот этой функции, функции факториала. Вот это f и вот это f – это две разные переменные. Несмотря на то, что у них как бы одно и то же имя, потому что эта переменная находится внутри функции факториала и относится к этому фрейму. Ну и так далее. Дальше у нас это все выполнилось. Дальше вот функция получила свой return value, возвращаемое значение. После этого мы напечатали его. Вот, напечатали, и после этого мы напечатали f. Вот она, эта сотня. Хорошо, но давайте я покажу другую штуку. Нет, не буду. Как вы думаете, что сейчас будет? Непонятно. 5-5? Какие есть версии? Что может быть? Выведет 5, да? Так, а еще? Нет, он... Так, ничего не сделали, второй вариант. Хорошо, давайте посмотрим, что же будет. Все-таки он выведет 5. Ну, действительно, смотрите, вот здесь мы обращаемся к переменной а, но внутри этой функции мы этой переменной а не присваиваем никаких значений. Значит, да, это означает, что мы считаем, что вот эта переменная, она является, как бы, что с точки зрения этой функции, смотреть нужно в глобальные переменные, которые у нас называются так же, использовать ее. А теперь интересный вопрос. А как вы думаете, что теперь будет? 5. Ну, давайте, чтобы веселее было вот так. Понятно. 5 и 7. Ну и давайте подумаем, чтобы еще веселее было бы вот так. 5, 7. Значит, смотрите, он пишет local variable A reference before assignment. Дело в том, что Python работает примерно таким образом. Он анализирует эту функцию и смотрит, он создает список всех переменных, которые в этой функции участвуют. И про каждую переменную он пишет, какая она глобальная или локальная. Он это делает еще до того момента, как функцию вызвать. И про вот эту функцию а Python увидел, что в каком-то месте внутри функции вот этой переменной а мы присваиваем значение. Поскольку мы этой переменной присваиваем значение, то Python решил, окей, значит, это локальная переменная. А раз она локальная, то вот эту строчку выполнить никак нельзя, потому что к вот этому моменту переменная а еще не определена. А если мы уберем, она будет 7-5? Если мы уберем... Нет, верхнюю. Вот это? Нет, print A первый. Вот это print A. Да, там 7-5? Да. Но наша она изначально задана как глобальная переменная. Не совсем понятно, что значит задана как глобальная переменная. Вот смотрите еще раз. Алгоритм следующий. Каждая переменная, вот, когда вы упоминаете какую-то переменную внутри функции, к тому моменту, как Python эту функцию выполнил, он уже знает, эта переменная
с точки зрения этой функции, это будет глобальная или локальная переменная? Если это переменная, если, да, но при этом это зависит от того, как эта функция написана. Как бы, например, ну да, в общем, это зависит от того, это зависит в первую очередь от того, есть ли внутри функции вот такие вот штуки. Если вот такие штуки есть, то переменная считается локальной. Если таких штук нет, то переменная считается глобальной. Хотя в глобальном, хотя ее может вообще не существовать. Давайте представим себе, что я бы написал бы какой-нибудь такой код. Допустим, какой-нибудь вот такой код бы я написал. Вот я сейчас пытаюсь выполнить. Вот смотрите, вот эта переменная с нечитаемым названием, она является локальной или глобальной для функции bar? Ну, на самом деле, она с точки зрения функции bar является глобальной. Потому что внутри функции bar нет никаких попыток присвоить какое-нибудь значение этой функции. Использовать есть, попытки присвоить нет. И сейчас, когда мы вызвали, сейчас, когда мы вызываем функцию bar, она говорит, что просто такая переменная не определена. Не видит она такой переменной. Если бы мы сейчас бы, вот, допустим, мы теперь взяли бы и все-таки определили бы эту переменную, и теперь бы вызвали функцию bar, то она бы большим образом эту переменную подцепила. Вот. Вот такие вот тонкости здесь бывают, связанные с локальными и глобальными переменными функциями. Да, ну хорошо, давайте я для полноты картины расскажу еще про одну штуку, которую нам, скорее всего, не часто придется использовать, но давайте я все-таки про нее расскажу. Допустим, что если мы все-таки хотим изнутри функции воздействовать на переменную, которая определена вне функции. Допустим, вот если я сделаю вот так, то ничего не изменится, как мы знаем. У меня как А была десятка, так и есть десятка. Но если мы вдруг хотим, чтобы все-таки изменилось, нам нужно явно объявить переменную А как глобальную. Теперь изменится. Мы как бы говорим, что теперь все следующие А читать как... Читать как глобальные, да. Мы как бы таким образом открываем себе доступ к переменной А не только... Как бы у нас теперь функция может менять значение переменной а, которая определена вне функции. Да. А вот он будет как бы еще даже до того, как выполнил, увидит эту глобала, или можно, например, поработать с а локальной, потом забить глобала и потом вот здесь как бы. Я думаю, что он еще до того момента, как выполняет, понимает, что переменная глобальная, видите, он выдает в этой ситуации просто ошибку. Он говорит, что вы уже здесь определили, а и теперь не можете сделать глобус. Вопрос, если мы поставим. Если мы поставим. Ну, смотрите, аргументы функции это как бы не сильно отличаются от любой другой локальной переменной. То есть в этом случае чисто локальная в качестве глобальной. Я не знаю, зачем это может понадобиться, но просто... Ну, нет, скажу так, я думаю, что все аргументы функции можно воспринимать просто как что-то очень локальное по отношению к функции. Ну, вот скажем, x равняется... Или сейчас, или что я хочу, или хочу, например, наоборот написать. A равняется x. Что-нибудь такое, да, вы хотите? Нет, понятно, что это ничего не поменяет. Ну, в общем, непонятно. Не можно здесь пытаться придумать какой-то... Ну, да. Не совсем понятно, какой пример хочется рассмотреть. Можете понять. Да. А вот не по теме. Вот на прошлой паре мы разбирали F. Да. Он нам понадобится? F-string? Ну, это, в принципе, очень полезная вещь, да. А где... Возможно, что в домашке это не нужно было, но, в принципе, это полезная вещь. Выложили видео, которое записывали? Нет, видео я не выложил, потому что в нем не было звука.
А можно хотя бы код? Да, код я собирался выложить для того, чтобы забавно было. Хорошо. Давайте пойдем дальше. Давайте я еще несколько вещей покажу. Ну, например, такую штуку. Вот смотрите. Допустим, я хочу написать такую функцию, которая будет складывать свои аргументы. Но при этом я хочу ее написать таким образом, чтобы она принимала бы сколько хочет аргументов, столько бы и принимала, точнее, сколько мы хотим. Но вот теоретически можно было бы... Вот как бы если бы я написал бы здесь, например, здесь три аргумента, я мог бы сделать какую-нибудь такую штуку. X плюс Y плюс Z. Но вот такая функция принимала бы на вход только три аргумента, и никак по-другому. Например, если бы я попробовал бы ей передать два аргумента, она бы сказала бы, что что-то не то. Или если бы я передал бы больше, чем два аргумента, точнее, больше, чем три аргумента, то тоже она бы сказала бы, что что-то не то. Иногда мы хотим, давайте мы к этому примеру с моей суммой еще вернемся, но иногда мы хотим, чтобы функция принимала бы переменное число аргументов. Давайте я сейчас еще один пример приведу, а потом мы вернемся к MySU. Вот допустим, что я делаю какую-нибудь такую функцию hello, которая принимает на вход, скажем, имя и, скажем, фамилию. Допустим, first name и last name. Но при этом мы знаем, ну и допустим, пусть эта функция делает что-нибудь типа... Можно сюда? Да. Сюда? Допустим, мы хотим сделать что-нибудь в таком роде. Print hello. Допустим. First name, last name. Честно говоря, не знаю. Ну и, допустим, я здесь сейчас передаю какие-то параметры. Ну, я хочу передать строку. Чтобы передать строку, я должен строку заключить в кавычки. Потому что если я не напишу кавычки, то он будет воспринимать это как имя перемены. Так, ну вот, значит, наш hello срабатывает. Но, допустим, что мы хотим сделать такую функцию, которая не принимает, которую можно использовать, если фамилия неизвестна. Например, мы можем сделать это так. Например, мы можем сказать, что вот в этой функции hello добавить значение по умолчанию для аргумента last name. Например, пусть это значение по умолчанию будет... Пусть она будет unknown. Но она изменится, если да, ее... Да, если я сейчас второй раз вызову эту же ячейку, то у меня функция hello сейчас изменится. Вот смотрите, сейчас функция hello работает так же, как и раньше работала. Но зато теперь я могу эту функцию hello вызвать с одним параметром. Что сейчас будет? Hello, да. Значит, если второй параметр в данном случае не задан, то в качестве его значения используется то, что здесь написано. Что там? Записать второй параметр в первый? Можно было бы сделать функцию, у которой оба параметра имеют default value. Например, можно было бы вот так сделать. Тогда вот такую функцию теперь можно вызывать вообще без параметров. А можно только со вторым параметром? Нет, нельзя. А если написать hello, скобка, запятая? Нет, hello, скобка, запятая – это синтаксическая ошибка. Смотрите, если вы хотите теперь, вот если у вас вот так написана функция, и вы хотите этой функции передать только last name, но не передавать first name, то вы можете сделать такую вещь. Hello... Явно указать, что вы хотите передать параметр last name. Теперь будет вот так.
Вообще в питоне есть разные способы передавать аргументы функции. Значит, один из способов это вот такой, как здесь было, когда мы просто передаем аргументы в некотором порядке, и питон понимает, какой аргумент какой, просто исходя из порядка. Он понимает, что вот здесь первый аргумент, этот первый аргумент нужно присвоить вот этой переменной. А второй аргумент нужно присвоить второй переменной, просто потому что они идут в этом порядке. Это называется positional arguments. Как бы это сказать? Еще раз сказать, можно через цифры это делать? Нет, вот есть способ передачи параметров, как он написан сейчас. Просто где порядок следования аргументов соответствует порядку их упоминания вот здесь, при определении функции. Можно вопрос? Да. А когда мы прописываем null, получается, ну, по дефолту у него будет именно значение null, да? Да, да, да. Именно так. Когда соответствующая переменная, когда соответствующий аргумент не передан, то его значение будет null. Здесь можно было все что угодно написать. Вот. А другой способ передачи параметров – это вот такой, по имени. Например, мы могли бы сделать так. Last name Smith. First name John. И был бы hello John Smith. То есть это то же самое, что вот так. Если мы указываем явно имена для этих параметров, то тут уже не важно, в каком порядке они идут. И так понятно, какой аргумент чему соответствует. Вот. Можете, пожалуйста, поднять? Да. Вообще. Есть ли у вас возможности запустить, чтобы у вас нижняя граница не заканчивалась на вашем дисплее? Нет, просто это не всем видно, тогда если... Можно вопрос? Да. А если он не выводит вообще одно, то есть он ошибку дает, А что за ошибку он выдает? Требуется вот как раз на проверьте, что вы еще раз выполнили, проверьте, что вы создали функцию именно вот в таком виде, где у обоих параметров есть default value. Чтобы у каждого параметра. Ну, в данном случае да, потому что иначе он скажет, что тогда, если, например, у вас вот здесь не будет, как бы, любой аргумент, у которого нет default value, должен быть указан. Иначе возникает ошибка. Окей. Хорошо, давайте вернемся к вот этому примеру с суммированием. Ну, теоретически я мог бы здесь написать бы бесконечное количество аргументов и все сказать, у всех сделать default value равное нулю. Циклы сейчас, ну сейчас я покажу, как это делается. То есть в качестве аргументов? Нет, в качестве аргументов нет, цикл нельзя. Можно список передать в качестве аргументов. Смотрите, давайте я покажу, как можно было бы сделать... Еще раз, как пускай можно список передать вместо аргумента? Ну, как бы, аргументы могут быть все что угодно. Аргументы могут быть любой питоновский объект. Например, список. Или что-то другое. А как там тогда определяется, то, что это список? Нет, но в тот момент, когда вы передаете, как бы это заранее никак не нужно. То есть можно написать вот так же, и потом вместо x, y, z. Да, 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 да. Но, собственно говоря, вот функция mySum, которую мы сейчас определили, она прекрасным образом сработает со списками. Давайте посмотрим, как она сработает со списками. Все сложится? Что получится сейчас? Все сложится? Длинный список. Да. Вы помните, что операция плюсик для списков работает как конкатенация, как приписывали одного к другому. Что кстати делать, вот если я хочу из списка взять значение? Из списка взять значение? Ну, если вы знаете номер этого значения, тогда вы можете просто использовать квадратные скобки и сделать вот так. Если вы хотите перебрать все значения, то это... Сложить все значения, которые в списке. Если вам нужно сложить все значения, которые в списке, нужно писать цикл. Хорошо, смотрите, давайте все-таки вернемся к определению mySum в таком виде, в каком я бы его хотел видеть.
Я бы хотел, чтобы моя сумма принимала бы неизвестное заранее количество аргументов. То ли 0, то ли 1, ну 0, ладно. Но, по крайней мере, то ли 1, то ли 2, то ли 3, то ли 10. Непонятное количество аргументов. И это можно сделать вот так. А, значит, я написал звездочку. Давайте посмотрим, что это означает. Давайте я прежде чем писать дальше, давайте я покажу, как это работает. Смотрите, значит, у меня сейчас я вызвал функцию mySum и передал ей три аргумента. Все эти три аргумента сложились в кортеж, который внутри функции известен как args. Я могу передать больше аргументов, пожалуйста. Теперь как бы у нас все эти аргументы, которые нам передали, они просто сложены в кортеж. А дальше с этим кортежем мы можем делать все, что угодно. Ну, например, мы можем посчитать сумму всех его элементов. Как это сделать? For i. Да, ну, for. Ну, конечно, why not? Ну, конечно, у вас на самом деле это совершенно стандартный... Зачем тогда определять функцию why sum, если сам тоже? Нет, сам делает не то же самое, смотрите. Сам принимает на вход список или какой-нибудь, или еще что-нибудь похожее на список. Или тот же кортеж. Вот смотрите, сам, например, может принять на вход вот такую штуку. Видите квадратные скобки? Вот это один аргумент, который является списком. И он был передан функцией сам. А если бы я хотел бы именно что передать несколько аргументов, просто перечислив их через запятую, то я получил бы ошибку. А функция mySum как раз позволяет принимать на вход несколько аргументов и находить их сумму. Ну да, ну конечно, внутри лежит какой-то цикл и так далее. Сейчас мы до этого еще дойдем. Вот такая штука иногда встречается, иногда бывает полезной. То есть у нас нужен кортеж, который элементы которого это список. У нас это такое возможно, да, но это отдельная история. Да, смотрите, значит, вот само по себе название args здесь не обладает никаким магическим свойством. Магическим свойством обладает эта звездочка. Эта звездочка, она говорит, что все вот эти все элементы, которые сюда уходят, их нужно складывать в кортеж. Само по себе, значит, вот эти слова «аркс», «кларкс» и так далее, они никакого сакрального смысла не имеют. Имеют, да, это просто договоренность. А имеют смысл вот то, что написано здесь. Смотрите, на самом деле можно комбинировать, можно было бы сделать что-нибудь такое. Ну, давайте я сейчас какой-нибудь абстрактный пример приведу. Допустим, у меня есть функция такая. Ну и давайте я просто сделаю такую вещь. Вот она как раз говорит, звездочка как раз говорит, что все аргументы, которые остались, нужно поместить сюда. В виде создать кортеж, который соберет внутрь себя все элементы, которые не поместились. Давайте вот я в качестве примера приведу такой код. Что надо задать? Да. Вот, допустим, так. Теперь смотрите, как я могу вызывать функцию foo. Во-первых, я могу ее попробовать вызвать без аргументов. Что получится? Ошибка, потому что не задан x. Заметьте, что ругаются только по поводу x. Потому что у y есть default value, а args может быть, может не быть. Теперь, если мы указываем у этого foo, передаем ему первый аргумент, то он печатает такую штуку. Видите, у нас x – это то, что мы ему сейчас передали. Y получил свой default value, вот здесь было y равняется 7, а вот y равняется 7. Args пустой, потому что нет никаких аргументов, которые нужно было бы сложить в этот кортеж. Теперь, давайте напишем что-нибудь такое. 6, 10. Что сейчас будет? 6, 10 и сколько?
6, 10 и пустые скобки. Пустые скобки – это пустой кортеж. Окей, теперь давайте так. 6, 10, 12. Что сейчас будет? 12. Только 12 скобок. Да. Значит, смотрите, вот таким способом в питоне обозначается кортеж, который состоит из одного элемента. Если было просто 12 в скобках написано, то было бы непонятно, это что такое. Это число 12, но понятно, что если вы просто берете число 12 и окружаете его скобками, то ничего не меняется, скобки ни на что не влияют в этом случае. Поэтому для того, чтобы создать кортеж, который состоит из одного элемента, приходится писать вот такую немножко странную конструкцию. Значит, перечисляете этот элемент скобки, ставите запятую, потом скобка закрывается. Ну и в данном случае при отображении то же самое будет. Ну да, иначе мы бы не понимали, что это кортеж. Да, мы и так можем назвать типа, что это кортеж. Но в плане сложно же, вот если человек 12-15, он выведет 2, 12-15, пробел 15. Да. Это да. Можно вывести и без... Ну, вот так да. Они могли бы функцию? Да, давайте я сейчас покажу функцию. Да. Почему в последнем принципе звездочка аркс не обязательно ставить? Вот здесь как раз нам не нужна звездочка. Потому что, смотрите, аркс, вот к тому моменту, как мы начали выполнять функцию, аркс это просто кортеж. Звездочка в этом месте нужна ровно для того, чтобы сказать, что все аргументы, которые не поместились сюда и сюда, будут в этот кортеж сложены. Вот если бы здесь не было бы этой звездочки, то он бы ожидал, что в этом месте будет ровно один аргумент. А поскольку здесь есть эта звездочка, он говорит, что ну, какие аргументы будут, такие помещать сюда. А вот если бы мы бы здесь бы упомянули звездочку, то это был бы другой интересный пример. Давайте я это тоже покажу. Смотрите. Допустим, у меня есть такая штука. Можете как-то его выше поднять? Так, сейчас скажите, куда? Смотрите, давайте я сделаю такую штуку. У меня есть функция bar, у которой два аргумента x и y. Ну давайте, она тоже будет такой бессмысленной, которая будет просто отображать мне эти аргументы. Теперь, допустим, у меня есть список, который состоит, ну скажем, из двух строчек. Hello и world. Вот если бы я попробовал бы вызвать вот так, просто пара из двух элементов. В данном случае список из двух элементов. Вот если бы я попробовал вызвать вот так, то что бы у меня было? Hello world. Нет, вывел ошибку. Почему ошибку? Нет, hello world. Ну, потому что x у нас выведется как лист. Ну, то есть... Нет, потому что у нас y. Потому что y не задан, потому что мы передаем один аргумент, и этот аргумент будет помещен в переменную x. А у переменной y никакого значения нет, поэтому будет ошибка. Да, у вас вопрос был, да? Да. Как запустить программу просрочно, чтобы не поверить, где может быть ошибка? Проще всего уйти вот сюда, вот по этому tutor.com, и там запускать построчно. Отсюда запускать построчно нет такой функции. Я не знаю. Вот если мы так сделаем, то да. Но допустим, что я хочу не такого. Допустим, я хочу, чтобы у меня содержимое pair как бы распаковалось. У меня pair это список, который состоит из двух элементов. И допустим, что я хочу, чтобы у меня hello попал в x, а волк попал в игре. Можно сделать pair квадратный 0 и pair квадратный 1. Ну, можно было бы, да. Но проще сделать вот так. Вот здесь, вот эта звездочка, она как бы выполняет обратную функцию. Она выполняет функцию распаковки. Она говорит, что, ну вот как бы, вот... Давайте я, может быть, вот так напишу. Bar, звездочка. Вот такой список.
Это все равно, что это то же самое, что убрать эти квадратные скобки вообще. Как понять, в каком месте это вот эта распаковка, в каком месте мы сдаем аргумент? Ну, смотрите, это просто зависит от того, где вы ее используете. Вот здесь мы ее используем при вызове функции. При вызове функции эта звездочка занимается распаковкой. А при создании функции, да, вот когда вы здесь пишете def, вот здесь, например, def foo, звездочка args, здесь вы никакую функцию не вызываете, вы наоборот эта функция объявляется. И здесь значение этой звездочки как бы в некотором смысле обратное. Она наоборот запаковывает. Она получает несколько аргументов и запаковывает их все там, в один большой картаж. Подождите, то есть получается, когда мы пишем точку args функции, у нас получается добавляется одна переменная кортеж. Да, звездочка args, да, добавляет одну переменную кортеж, именно так. Потом надо будет этот кортеж разбивать. Ну, дальше уж как вы будете его обрабатывать, это уже, так сказать, ваше дело. Дальше, допустим, если вы хотите там что-то делать с элементами этого кортежа, значит, вам нужно будет либо цикл писать, либо обращаться там, к этим элементам еще как-то. Ну, в общем, короче говоря, дальше нужно будет как-то с этим работать. Сказать, это сейчас история, это история про синтаксис, про то, какие выразительные возможности есть. А как уж их применять, это уже ваша творческая задача. Хорошо, время 19:31, давайте сделаем 10-минутный перерыв и через 10 минут продолжим. Да, сейчас, одну секунду, я попробую.